Здравствуйте. Вот есть вот, например, биофизика, да? А вот сегодня мы будем заниматься геофизикой, да не простой, а библейской геофизикой. То есть события библейской истории глазами геофизика. И у нас в гостях геофизик, профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии географического факультета Московского государственного университета Кислов Александр Викторович. Так? Вот. И вот речь-то идет о том, что в Библии, там среди огромного количества библейских чудес, есть чудеса такого глобального масштаба, да, типа всемирный потоп, гибель Содома и Гоморры под, значит, огненным дождем. Что там еще? Есть более-менее локальное место. Это когда евреи, бегущие от войск фараона, от армии фараона, да, солдат фараона, пересекают, значит, Черное море, так называется. Красное. Это красное на самом деле, да? А потом, значит, как пришли уже эти египтяне, и залило водой, они погибли. Вот. Это вообще крупная такая вещь. И обычно на картинках вот эти художники, которые рисовали, они так вот, вот две стены воды, в них тут рыбы страшные плавают, всякие гады морские, а между ними идут, озираясь, вот эти беженцы в полосатых таких вот халатах, а сзади фараоновы войска. Но на самом деле, наверное, было не совсем так, как художники представляли, да? На самом деле. На самом-то деле трудно сказать, как было, потому что... Свидетелей не осталось, они рисовали не с натурой. Ну, это понятно. Да. Художники так, как он сам вот. Представил. А говоря вот об этих чудесах, которые вы анонсировали, которых еще вот в этой книге-то довольно много, еще осталось неперечисленных, то некоторые из них можно, ну, в каком-то смысле оценить с точки зрения современной науки. И вот из тех, что вы перечислили событий, давайте остановимся тогда на переходе через Красное море. Море, да. Так. Ну, во-первых, что имеется в виду? Почему-то обычно, вот лично я, когда этой проблемой, так сказать, не занимался научно и только основывался на тексте и читал его не совсем внимательно, мне казалось, ну как-то можно перейти Красное море, оно уже широкое. Так вот, первое, оказывается, они переходили, если почитать внимательно текст, в самой вершине этого Красного моря. Там, где на самом деле пройти им по воде-то нужно было сравнительно небольшое расстояние. Но, тем не менее, все равно это была морская акватория. Это туда ближе к Суэцкому перешейку, да? Да, на самом вот верху. Вопрос, почему нельзя было еще проделать несколько километров и обойти, так сказать, к северу по суше, совсем непонятно, но это уже не наше дело. Ну, застава там могла быть, может быть, да. Ну и как написано в книге, здесь все указывается, что, значит, простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды. Вот такая фраза сказана в этой книге. Несколько лет назад ученые-океанологи из Санкт-Петербурга решили проверить эту гипотезу, каким образом, методом математического моделирования. Они взяли модель океана, ну, адаптировали ее для северной части Красного моря и включили сильный восточный ветер, чтобы посмотреть, произойдет ли такое событие, как отгон воды от побережья. И вот оказалось, что это действительно вполне моделируемое явление. Был подобран ветер, который был действительно сильным, который был достаточно продолжительным, но он не был каким-то вот запредельным. То есть в этом смысле это был не какой-то даже там не суперураган, не что-то. Некий сильный ровный ветер, который там включили на где-то 18 часов, по-моему, 18 часов вот дул устойчивый восточный ветер в этой математической модели. И он торжественно действительно воду сдул. Он сдул ее, между прочим, вот этих стен, про которые вы сказали, не было. Он сдул ее до глубины 15-20 сантиметров. То есть те, кто мог переходить, они шли вброд, так сказать. Но все-таки перейти было... По щиколотку. По щиколотку перейти было реально. Они перешли, ветер прекратился.
И дальше произошло явление такое известное, это возвратная волна, которая море возвращается обратно. Причем оно возвращается с некоторой задержкой, такой вот гидродинамический эффект получается. То есть да, ветер отключили, она не сразу прибежала обратно, она немножко, как бы, условно говоря, постояла, но не плавно уровень выровнялся прежний, а пришла действительно стена воды, и это место затопило снова. И вот, собственно говоря, произошло то, что написано в книге. А написано в книге дальше о том, что простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. И вода накрыла их, и все. То есть, о чем это говорит? На мой взгляд, это очень интересный вот результат, который показывает, что данное явление, оно вполне реально могло быть. То есть никакого сверхчуда не должно быть в этом случае. Почему ветер именно в нужное время подул, это уже дело другое. Но с точки зрения гидромеханики, это вполне хороший объяснимый процесс. Да, и, кстати говоря, вот у Ньютона, кроме тех законов, что мы в школе изучаем, в его вот это вот, как это, в началах... Да. Натуральной философии, там еще был один, так сказать, закон о том, что, ну, я примерно его близко к тексту не смогу, цитирую, что Божье соизволение никак не проявляется вот в нашем мире. Непосредственно. Только, непосредственно. Да. Только вот через эти законы. Вот законы физики. Вот, вот. Ну, а там, пожалуйста, вот они, законы физики. Вот они, законы физики. И, в общем-то, Божье соизволение проявилось. Да, да, так что вот это анонсированное вами библейская геофизика, вот она в действии, да, так сказать. Вот она, да, в действии. Кстати говоря, похожая история случилась в истории Советского Союза. Тогда еще его не было, тогда была Российская Федерация, да? Угу. А через море, через, как это, гнилое море Севаш, да, да, перешли. Да, да, как да, раз да, тот, да, момент ветер отогнал воду. Ветер отогнал воду. И они смогли, да, в общем, да, перейти вброд. Море, да, гнилое море. Да. И этого не ожидали, вот белые. Вот, у меня даже записано вот стихотворение, да, Пушкина, правда, это «Медный всадник». Так. Но написано очень хорошо. «Но силой ветра от залива перегражденная Нева обратно шла гневно бурливо и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась». Вот имеется в виду, что она именно стеной пошла. Вот о чем я и говорил. Это не то, что плавное возвращение, а именно вот такая и стена. Вот это вот эти смытые домики из Петербургской, да, колонны. Да, все, да, вот, да, вот так. Ну вот это первое нагонная событие. Волна, так нагонная волна. Нагонная, да, волна, да. Понятно. Но еще там есть очень эффектные события. Всемирный потоп. Да, всемирный потоп. Действительно эффектное событие, которое и в Библии о нем говорится, говорится, между прочим, с двух точек зрения. Здесь, во-первых, говорится, что в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. То есть источник воды подразумевается, вообще говоря, такой с какой-то смешанной, откуда-то из бездны пошла окна вода. Окна небесные – это дождь. И окна небесные – это дождь, да. Поэтому вот здесь… А первое – из бездны. Из бездны, да, оттуда. Ювенильные воды. То есть это вопрос не очень... То есть, а как еще раз вот насчет бездны, это действительно из земли, что ли? Да. Разверзлись все источники великой бездны. Но вообще это можно интерпретировать, как некоторые богословы делают, что это мировой океан или море, уровень его поднялся. Вот. Ну, вот давайте, это, кстати, может быть, имейте в виду, что это перевод... Где-то 60-х годов 19 века с перевода на старославянский, который был сделан с греческого, который был сделан с арамейского, который был сделан с древнееврейского. Я читал то же самое и по-английски, это примерно смысл точно. Да, там тоже сделали перевод с латинского, только не с греческого, в английский. Да. Вот, и в общем, фактически что получилось, что умножилась вода, подняла ковчег, он возвысился над землей, вода же усиливалась. И покрыло, чрезвычайно покрыли все высокие горы, какие есть под небом. То есть вот это действительно такое явление произошло. И вопрос о потопе, он неоднократно возникал. И сравнительно недавно, 10 лет назад, был сделан проект
научный проект, результатом которого вот явилась эта книга, которая у меня лежит кстати, на, более объемистая, на чем столе. Библия, да? Да, вот. Одна из публикаций, посвященных этому проекту. Здесь вопрос поставлен был таким образом. Предположим, было наводнение, крупное наводнение, которое потопило многие города. И это оставило след в памяти поколений. Поскольку, предположим, это было очень давно, люди жили компактно, вот именно их затопило, то есть не глобальный потоп, покрывший то есть весь земной шар. Весь их мир, да? Весь их мир, да. Залит, да. Весь мир был их залит. У них явились представления о глобальной картине этого явления. Это трансформировалось потом в понятие глобального потопа. Потому что следы этого явления мы видим не только в Библии, мы видим это и в древнегреческих сказаниях и в других источниках, да. Так вот, идея... Потому что греки все-таки и древние евреи жили в принципиально разных местах. В разных местах. Это где-то около 1000 километров разница. Но они могли, и, несомненно, общаться, кочевать и передавать знания. Но нет, если эта катастрофа была локальной, типа разлив Тигра и Евфрата, и вот вся эта вот междуречье закрыта водой, все холмы закрылись водой, такая трагедия действительно чудовищная совершенно. Но до Греции она не могла дойти. Но если мы говорим... Говорим сейчас о временах гораздо более древних, и чем те, которые описаны в книге, в этой и в Древней Греции. Я буду говорить о временах, отстоящих от нас на 10-15 тысяч лет. То есть это вскоре после того, как растаял ледник? Это древнее время. Тут можно говорить о том, что это такая праинформация, которая могла войти в сказания совершенно разных групп. Позднее доисторическое время появились первые очаги цивилизации. Да, и вот один из таких был затоплен. Где он располагался в соответствии с результатами нашего исследования. Так. Так вот, очень интересно, что выводится это все таким образом, что располагался он в западной части современного Черного моря. В западной, это около берегов Румынии, Болгария, Румыния. Почему именно там? Ну, я не буду объяснять, почему, я буду просто факты говорить. Черное море, оно представляет собой вообще очень глубокую котловину с отвесными стенками, кроме западной части. В западной части мелкий шельф. Ага. Там глубины порядка 20-40, там 50 метров, вот... Ну, это могло затопиться. Так, постепенно уходит это все. В районе Кавказа или Турции там резкое падение на сотни метров. А сколько глубина от Черного моря? Там что-то ведь большое. Ну, она, конечно. Это... Несколько километров. Да, ну не несколько, но, во всяком случае, это километр и больше. Ага. Так вот. Археологами установлено, что вот эта территория этого шельфа, ныне покрытая водой, там внизу есть и дома, и дороги. То есть совершенно явные следы того, что жили люди. То есть это была суша. И уровень Черного моря, следовательно, должен был испытывать вот такого масштаба колебаний. Теперь, если мы представим себе, что когда-то жили люди там, они действительно жили, потом подкралась вода, затопила их, то вот это событие в этом локальном мире могло явиться отражением вот этого потока. Но, правда, вот знаете, как вот то, что вы рассказали, я вспомнил вот, так сказать, историю Каспийского моря, которое, в общем-то говоря, с Черным-то оно соединялось, иногда соединяется вот, так сказать, через Куму-Маншскую впадину, проливом таким, да? Сейчас я про это и буду рассказывать. И вот рассказывают, что когда-то это море доходило аж до Казани, а были времена, когда оно было, так сказать, ниже Баку. Совершенно верно, да. Вот я сейчас именно это имею в виду. И вот когда вот этот факт и некоторые другие начали складываться вместе, появилась вот идея такого катастрофического затопления этого моря. Причем сначала это была неправильная гипотеза о том, что мировой, что, дескать, море стояло низко, потом
уровень Мирового океана повысился, и вода полилась через Босфор затопила, и вот уровень поднялся. Эта концепция оказалась совершенно... Катастрофический водопад? Да, концепция оказалась ни на чем не основанной. Это придумал один американский ученый, он ее придумал, ну, просто так в каком-то смысле. Но она толкнула, между прочим, научное такое комьюнити к осознанию вот этого явления. Гораздо более реалистичной, ну и можно сказать научной, явилась концепция связи, периодически возникающей Черного моря и Каспия. И выглядело это таким образом, что во время ледникового события, максимум оледенения, глобального явления, которое имело место быть 20 тысяч лет назад, в это время уровень Мирового океана был сильно понижен, примерно на 100 метров. Почему? Потому что вся вода сконцентрировалась в ледниках на суше, в дополнительных оледенениях, которые возникли на севере Европы и на севере Северной Америки. Уровень Мирового океана опустился. В это же время понизился сток рек, несущих свою воду в Каспий и в Черное море. Два этих водоема понизились тоже. И Каспий понизился метров на 50, а Черное море аж на 150. То есть такое оно превратилось в бесточное озеро. То есть вот это вот было такое плато. Вот, и там появилось некое продолжение суши. И на этом месте вполне могли устраиваться древние города. И, видимо, они там и существовали, и существовали. Но древние не города, поселения, так помягче скажем. Которые существовали там тысячи лет. А потом... Потом начался одновременный процесс. Таяли ледниковые щиты, поднимался уровень Мирового океана, но гораздо быстрее поднималось Черное море и еще гораздо быстрее поднималось Каспийское. Каспийское море несколькими, вот после этих 20 тысяч лет, было несколько стадий, когда море поднималось по сравнению с современным уровнем на 30 метров и выше. И вот этого подъема и выше хватило на то, чтобы по Манычу, реке Маныч, по впадине, вода текла и впадала в Черное море. То, что эти два водоема были объединены, на это указывает очень многое. Например, состав моллюсков близкий и так далее. То есть это вот таял ледник по руслу Волги, скажем, ее приток, вода попадала в Каспийское море древнее, да? Вот это, его между, переполнял, вот и... это, между прочим, неизвестно. А как же, а где же больше течь? Тут уклон-то. Вот откуда... Уклон-то здесь идет по Волге. Вы понимаете, по современным, опять же, представлениям, да, реконструкции ледникового щита, считается, что этот щит новый ледниковый, который протянулся от Скандинавии, он не переваливал практически через в бассейн Волги. Да? Он весь лежал северней. И когда он таял, он забрасывал воду туда, в Балтику. Вот. Так вот, откуда взялась эта... А Балтики тогда не было. Ну, ее не было, но в ту сторону. В ту сторону. Поэтому откуда взялась дополнительная вода, это, между прочим, А как он в ту сторону сбросит, если лежит вот в Ленинградской области ледник, в Московской области ледник, да? Нет, там он мог и по краям обтекать, и трещины, и так далее. Это могло быть. Но уж, по крайней мере, в гору вода течь была не обязана. Не обязана. И вот это вот некая тайна. Откуда взялась дополнительная вода? Уже начинают привлекать данные перестройки стока, что она из Сибири пришла, но это вроде не выдерживает гипотез, что она вроде бы пришла из Арала через Сарыкамышскую впадину. То есть вот это... Амударья текла, образовывался проорал такой огромный, и вода через Узбой, есть там такая речушка полусохшая, высохшая, в юго-восточной части Каспийского моря, вот по ней мог быть сброс в Каспий. В общем, это вопрос непонятный. Но это событие было катастрофическим, или это вот так вот, поднимается вода и поднимается, людям приходится уходить с этих мест? Вы знаете, все-таки это, конечно, с точки зрения науки, которая здесь объединила геологов, математиков, модельеров и других специалистов, с точки зрения вот оценок, это был, конечно, медленный процесс. Но хочется... Это все-таки это была катастрофа. Да, но хочется, понимаете... его-то превратить в более быстрый. Поэтому говорят, ну ладно, он был, предположим, он длился
десятки лет. Ну, где десятки, там и годы. А где годы, там и месяцы. Понимаете, вот так. То по крайней это называется мере, логарифмический оптимизм, ну, да? Что-то в этом роде. Два порядочка убавились. Ну, и, в общем, чтобы, так сказать, замкнуть это изложение, уровень Черного моря поднялся быстрее уровня Мирового океана, и уже где-то 17 тысяч лет назад через Босфор текла река. Это куда? Была река в одну сторону, из Черного моря в Средиземье. Это была почти пресная река, чуть-чуть слабо соленая, и только через, как говорится, еще несколько тысяч лет уровень Мирового океана поднялся так, что стал контролировать уровень Черного и Средиземного. Моря. Да. И я имею в виду уровень Мирового океана, одновременно и Средиземное, через Дарданеллы, Мраморное, и уровень Черного моря. Ну, вот такая вот интересная вещь, то есть насколько она правильно именно интерпретирует вот это событие, неизвестно, но, по крайней мере, увязывается вместе затопленные города на шельфе и геологически осмысленные факты и математическое моделирование, которое показывает, что изменение климата могло действительно привести к таким дополнительным количествам вот, воды, перегоняемой из одного бассейна в другой. И, кстати, это, может быть, объясняет одну, так сказать, историческую загадку, цивилизационную, да? Вот металлургия появилась в Малой Азии впервые. Ну, то есть, обработка металлургии в современной Турции. Но как-то вот следов ее раннего развития там не видно. То есть, вот металлургия, ну, вот, конечно, не то, что сейчас, но металлургия уже обрабатывает металл. А вот этих всех следов со скачком, да, ну, просто вот они работают и все. А вот, значит, вот они жили на том шельфе, да. Оттуда, естественно, ушли, куда же деваться, ушли, и стали работать мало. Ушли, специалисты, да, и сразу да, не все, наверное, переселились. Ну, как люди уходят с таких мест, заливают. Но все-таки заливал, видимо, довольно быстро, потому что осталось все в залитом состоянии. Ага. Потому что если бы это люди бы уходили, это бы разрушалось. Так бы, я кстати, вот свою премудрость часто черпаю из журнала «Природа». Да? И вот там, значит, была небольшая заметка. Но там обычно заметки, так сказать, не сенсационного плана, а так все-таки вот некие исследования. И вот утверждается, что нашли в Индийском океане недалеко от Мадагаскара, на дне, кольцевую структуру. Выяснилось, что там когда-то упало крупное небесное тело, ну, что бывает часто. Вот, упало оно где-то вот 4000 в каком-то году, да, даже вот примерно определили даже год. Да, вот. Очень интересно. И вот это тело упало, ну, как всегда, значит, тут волна плеснула на Мадагаскаре, там дюны, а Мадагаскар, он такой высокий, такие 100 метров у него берега. И там еще дюны вот такие, вот это намыло, один раз плеснуло, и все это смыло гром. Вот, а самое интересное, что когда от этого удара происходит, огромная энергия выделяется и расплавляется порода, ну, на несколько километров в глубину, скажем так, ну, и диаметр соответствующий. Вода сверху льется, испаряется, и по всей планете дожди. Вот, дескать, эфемерный потоп. Однократное явление по всей планете. Ну, не знаю, насколько это правда. Не знаю, насколько это правда. По крайней мере, журнал «Природа» написал. Названная вами дата 4000 с чем-то. Вот если это 4200 лет, то это известнейшее явление, когда муссон Индийского океана резко ослабел. И в это время Аккадское царство диссипировало. И диссипировало безнадежно. То есть оно уже не восстановилось. Аккад находился где? Он находился где-то вот в Междуречье. Чуть немножко пониже сюда, к Индийскому океану. То есть, ну вот. Причем тут, как говорится, муссон и падение этого тела. Но все-таки... Я, говорится, за что купил, зато и продаю. Да, вот это вот интересно, да. И получается удивительная вещь какая-то. Они не такие уж они беспочвенные, да? Да. Что это не собрание просто сказок. Да. А некое такое собрание воспоминаний, скажем так, о прошлом, да? Ну, получается. В общем, вот, по крайней мере, вот о чем мы говорили, это хорошо проверяемое, моделируемое явление. Да. Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста. Вот и публике наш спасибо за внимание. Вот видите, как хорошо все знать. Всех благ.